Всем приветики! Сегодня я столкнулся с такой проблемой, что мне надо было обрезать в видео только одну сторону. Как это сделать? Вам нужно нажать на вот эту вот кнопочку «Панорамирование и обрезка событий» и выключить вот эти два параметра «Размеры относительно центра» и «Зафиксировать соотношение сторон». Потому что если они включены, то вот, когда вы перемещаете одну сторону, они перемещаются сразу все. Поэтому вам нужно отключить два вот этих пунктика, и тогда будет убираться только та сторона, уменьшаться, за которую вы тянете. Ну, то есть вы будете обрезать только ту сторону, за которую вы тянете. Таким образом, вы обрежете именно так, как вам надо. А если те все параметры включены, тогда оно все будет уменьшаться. Ну вот, после того, как вы обрезали, у вас появились черные полосы. Их, чтобы убрать, они появляются, потому что вот у вас в проекте стоит оригинальное разрешение, а обрезанное видео имеет уже новое разрешение. И поэтому вам в проекте, вот нажимаем на колесик, свойства проекта, нужно выставить тоже такое же разрешение, как на обрезанном видео. То есть это 1882 ширина и 802 высота. Нажимаем ОК, все, черные полосы пропадают, потому что разрешение вы выставили именно такое, какое стало в обрезанном видео. И теперь ваше видео обрезано и не имеет лишних полос. И в проекте стоит такое же разрешение, которое теперь в новом обрезанном видео. Вот. И при рендеринге тоже не забудьте поставить, если у вас вдруг стояла галочка выставлять разрешение по исходнику, выключайте ее, потому что в исходнике у вас оригинальное разрешение 1920 на 1080. Выключайте ее и ставите свое пользовательское разрешение. И здесь тоже пишите 1882 на 802. Но остальные параметры уже выставляйте так, как вам нужно. Нажимаете ОК. Оно уже показывает, вот что у вас разрешение будет таким на выходе. И оно совпадает вот с этим разрешением. И потом нажимаете просто рендерить, и все. И у вас тогда будет все, как вы задумали. На этом все. Всем покедово.